Миниатюрная и хрупкая на первый взгляд, она уверенно поднимает штангу в несколько раз тяжелее себя самой. Наталья Сальникова – ульяновская спортсменка, гордость российского пауэрлифтинга. В ее послужном списке теперь 7 золотых наград чемпионатов мира. Достижение, которое у соперниц вызывает чувство собственной неполноценности. Постоянно задается один и тот же вопрос, когда ты уже уйдешь, когда ты собираешься бросать, то есть уже устал отвечать на этот вопрос. Я отвечаю просто: ждите, становитесь в очередь. Свое 7-е золото чемпионатов мира Наталья Сальникова завоевала неделю назад в американском Орландо. На этот раз обошлось без мировых рекордов. Хотя на предыдущих подобных стартах достижения обновлялись Сальниковой пачками. Теперь было сложно, говорит она. Но боролась спортсменка в основном со сном. На момент проведения соревнований в Ульяновске было раннее утро. А пройти акклиматизацию организм еще просто не успел. Oh my goodness! That was a superb deadlift. Oh, that was stunning. Спать хотелось очень сильно, то есть как в какой-то коматозе была, не могла как бы собраться, настроиться. Вот, ну, в течение соревнований пришлось проснуться к тяге, как бы уже утро у нас было, уже, видать, организм начал просыпаться. Все эти годы победы триумфов Наталья Сальникова тренируется под руководством своего мужа Сергея Зайцева. Это он привел ее к первому чемпионству в 2009-м и готовил теперь к поездке в Орландо. Пауэрлифтинг за это время сильно изменился, констатирует наставник. Соперницы дышат в спину. Во-первых, очень выросли результаты, поменялась вся экипировка. Были определенные нервные такие переживания. И спортсменке пришлось проявить свой характер для достижения победы на этом 7-м чемпионате мира. 7-я победа в рамках чемпионатов мира – жирная точка в очередном успешном сезоне Сальниковой. При этом уходящий год стал для Натальи особенным. За 2 недели до поездки в Орландо она официально получила высшую категорию и стала коллегой своего мужа по тренерскому цеху. Где-то она мне помогает, где-то я ее там замещаю, все это нормально, да, она меня является моим личным тренером сама же, да. Вот, буквально в сентябре мы ездили тоже на Кубок России по классическому пауэрлифтингу, где я сам лично занял 3-е место. Вот это уже ее заслуги. Правда, победа на чемпионате мира не освобождает Сальникову от участия во всероссийских стартах. Через пару недель снова предстоит выход на помост за сборную Ульяновской области. А значит, поклонники вправе ждать новых успехов одной из лучших многоборок России. Михаил Сашанский, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.